Новогодние праздники – это время, когда семьи накрывают столы, готовят несколько видов салатов, горячее и, конечно же, десерт. Но, как ни странно, в это время люди настолько поглощены атмосферой, что забывают о своем здоровье и, прежде всего, о риске отравления. Пищевое отравление во время новогодних застолий может быть вызвано рядом причин – истекший срок годности продуктов, их низкое качество или неправильное хранение. В результате вкусные блюда становятся источником бактерий или иных микроорганизмов, которые и вызывают заболевания. Симптомы различны – тошнота, рвота, диарея, повышенная температура и даже потеря сознания. Но если вы уже отравились, то очень важно правильно бороться с симптомами болезни. Раньше был популярен активированный уголь, но сейчас есть гораздо лучше современные препараты, например, полисорб. Он обволакивает, нейтрализует вредные патогенные вещества и мягко выводит их из организма. Активное вещество полисорба не травмирует желудочно-кишечный тракт и не всасывается в кровь. Качественный лекарственный препарат, конечно, поможет вылечить заболевание, но лучше не омрачать Новый год отравлениями, а просто следить за рационом и тщательно выбирать то, что окажется в новогоднем меню.